Во время светлого праздника Пасхи воздержаться от посещения храмов рекомендуют власти и светские, и религиозные. Патриарх всея Руси Кирилл призвал верующих оставаться дома. К этому призыву главы РПЦ присоединилась и Самарская епархия, и городская администрация. На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции обсудили детали проведения предстоящего праздника. Сейчас приходить на службу крайне опасно. Да и режим самоизоляции никто не отменял. Никоим образом мы никого с вами не должны обидеть. И главы районов, еще раз, прям поставьте всем своим заместителям задачу, чтобы с завтрашнего дня все общественные советы, все ТОСы, все управляющие микрорайонов прям по телефонной книжке стали обзванивать активы и еще раз проговаривать, что надо продолжать сидеть дома. Представители городских властей напомнили, что главный государственный санитарный врач Самарской области издал постановление с рекомендациями не проводить религиозные мероприятия во время пандемии. Религиозным объединениям рекомендовать принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий, религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей. Второе. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Для всех, кто останется дома, организуют онлайн-трансляцию пасхального богослужения, которое проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе. Верующие смогут поучаствовать в таинстве, соблюдая все требования по самоизоляции. Трансляцию проведут в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 3 часов. Ее можно будет увидеть на телеканалах «Самара ГИС», «ГТРК Самара», «ТРК Губерния», а также в интернете на сайтах «ГТРК Самара», «Самара 24», «ТРК Губерния», «Портале 63.ру», в паблике Самарской области ВКонтакте и сетевом издании ВК Онлайн. Напомним, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции РПЦ рекомендует верующим воздержаться от посещения кладбищ. С 11 апреля в Самаре они открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Специальные автобусные маршруты до кладбищ также ходить не будут. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.